Дальше группа элементов – это надежность. Отмечу здесь, что самое главное с точки зрения оценки надежности – это понимание вот этого вот параметра. То есть для понимания вероятности отказа на какую-то дату, соответственно, очень много информации и разные необходимо. И на этом строится вся система управления надежностью. Соответственно, есть специальные люди. Я надеюсь, там в ваших организациях уже есть понимание, что это выделенные люди. Это инженеры по надежности, которые занимаются именно исследованием дефектов, которые характерны для вашего оборудования в условиях эксплуатации вашего производства. То есть нет никакого готового справочника в интернете, по которому вы можете сделать оценку надежности оборудования без привязки к своим условиям эксплуатации. Ну и соответственно, опять-таки в мире и у нас потихоньку развивается одно из направлений автоматизации, это ASU, так называемая надежность, RCM-системы, которые позволяют этим инженерам, собственно говоря, строить свои выводы, исходя из анализа данных.